Как сообщает Сланцевская госавтоинспекция, в период с 14 по 20 мая на территории района было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили ранения. Утром 15 мая водитель Volkswagen, двигаясь по внутридворовой дороге на улице Климчука, не выбрал безопасный боковой интервал, в результате чего совершил наезд на белый минивэн. Также утром 15 мая на 6-м километре автодороги Гостице-Пустомержа водитель автомобиля Nissan Almera, не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с управлением, врезалась в барьерное ограждение, после чего вылетела в кювет с последующим опрокидыванием. Еще одна авария в этот день произошла на 4-м километре автодороги Ищево-Сижина в дневное время, где водитель «Шкоды», также не выбрав безопасную скорость движения согласно дорожных и метеорологических условий, не справилась с управлением и съехала с дороги. В этих 3 ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Ну а вечером 18 мая на 13-м километре автодороги Гостице-Пустомержа водитель автомобиля Nissan Qashqai, не выбрав безопасную дистанцию до двигавшегося впереди прямо в попутном направлении трактора, который в этот момент производил работы по уборке улично-дорожной сети, врезался в него и вылетел в кювет. В результате этой аварии пострадал водитель и пассажирка кроссовера, которые с места происшествия каретой скорой помощи были доставлены в приемный покой Сланцевского межрайонной больницы. По данным Сланцевской госавтоинспекции, месяц май 2018 года может стать одним из самых аварийных месяцев года. За 4 месяца на автодорогах Сланцевского района в ДТП получили ранения 4 человека, а за 2 декады мая уже пострадали 7 человек и еще один погиб. Наиболее частой причиной всех аварий является неправильный выбор скоростного режима. Сотрудники госавтоинспекции вновь призывают водителей к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Берегите себя и своих пассажиров.